Всем привет, с вами Ярок, рубрика «Живая игра», карта «Завод». В данной рубрике играю, комментирую, не знаю, как закончится. Наверное, подпушен под правую руку. Так, он туда запрыгнул, значит, ему гранату давайте. Надо было еще перезарядиться. Не успеваю, в общем, комментировать, вы поняли, да? Уже сзади кто-то. Оттерся по звуку. Где-то он спрыгнул. Он, наверное, просто спрыгнул вниз. Да, он где-то здесь. А, это не он. Убегает, убегает. Так, преследуем. Перезарядка, я тоже перезаряжаюсь. Он стоит под правую, и мне под правый выход. То есть я вышел под левую, но я это... Заранее стрелял, понимал, что он сейчас в более такой слабой позиции будет. Так она и вышла, Ксюха, 33. Глянем гранаты. Мака свой просрал. А парень с Мосери, чем он там был, куда-то убежал. Магаз бы подобрать, но, наверное, сейчас не до магаза четко будет. Если вспомню, то попробую забрать, но не факт. Где-то еще снайпер должен быть. Я же его вроде не взорвал. Может проглядел, но... Мне кажется, что не взорвал. Слышал стрел пистолет, но... Далековато. Такие пробежки, остановки, чтобы байтить. Вот, открыли и байтим. Может, выйдет. Где желательно с фонарем выходить, часто сидят. Закрываю, чтобы гранаты не взрывали случайно. Точнее, специально. То, что можем, прячем труселя. Да и все. Так, это этот снайпер, да? Который убежал. Мы занесло. Не убежал. Хотя что-то плохо отстрелился. Какая-то темень. А у меня тремор. Из-за этого? Где я перезаряжался? Наверное, не найду уже магаз. Ладно, тогда... Тогда фиг с ним. Этот голожопик. Оп. Справа кто-то есть. Это что, уже чела дикие бегают или... Был же по звуку справа. Еще бы вверх смотреть. Звуки ужасные. Подводят. Погляну время. 14 минут. По идее должны появляться. Ага. Бот бегает. Никого. Чисто. А, вот и снайпер. Все, снайпера нашли. У него наверняка еще есть эти гранаты. Вон он, блядь, не
Да ладно. А чё это они так это... сагрились? Боюсь, что мне не хватит патрона на всех. Стали. Все, считай, пустой. Надо на выход идти. А, голову лечим. Бежать нельзя, потому что много нет. Никого не лутаем, просто выходим. Не сказал бы, что шибко интересный рейд, но концовочка, она напряжная была. Потому что я слышал, что меня обходит один человек и мог бы меня забрать. Четко бы лучше обстрелял. Наверное, ну он по ногам и старался вроде как. В принципе, таких плохо одетых голожопых настреляли. В целом, мало довольно играю, сейчас чуть стараюсь больше, потому что вайп в декабре обещали. И интересные изменения хотелось бы, наверное, можно же постримить, поиграть, посмотрим. В целом, на этом все. Ставим лайки, комментарии и колокольчики. Всем привет, с вами Юрок, рубрика «Живая игра», плохой рейс, поэтому выбегаем. Чтобы спину нас не убили, капитал. Смотрим соседний рейс, нет. Теперь можно посмотреть длину. Ранняя граната. Вот у нас справа могут быть. Чего? Просмотрел дробовика. Он какой-то наглый, интересно. Я без руки. Его, походу, приняли. Граната мне под дверь, да? Опа, опа. Надо отходить. Ну что, лечи так? А вы чё, блядь? Кружили. Неудачно вышло. Хотел, вы поняли, подлечиться. Мы сейчас в подвал будем нырять, я думаю. Вот это окно мониторим. Ну или вот это, в принципе. Оба. Да странно, что рано гранаты летят. Скорее всего, босс на карте. Послушаю. Если он пыхтит долго, то заходим в прицел и нажимаем задержать дыхание. Он тогда успокоится чуть быстрее. А бейсбол... дублирующий бейсбол в виде морфия. Прячу в трусы. Ну, в принципе, вроде никого не слышу. Дальше идем. Ай, застрял здесь, как это часто бывает. Смотрю, здесь опасная длина. Слышу дерево. Возможно, справа ходит челик. Пекло, да? Да, она налутается. Не стал закрывать дверку, чтобы не палить звук. Ох, ёп. Напугал свет. Короче, включили, вы поняли, да? Рубильник. Вот это у меня дорогой, этот ПНВ, так не так слепит, как дешманский. Ну, можно так выйти. Бесшумно, с прицела. Ладно, бум. Пробежать пробежками смотреть, потому что перекресток, если ползать как улитка, могут со всех сторон сбрить. Даже самый
слабый игрок вас выцелит. Не сошел дерево? Скорее всего, парень может быть и здесь, но еще есть вариант, что он... Что он выше ходит, там, где видеокарты водятся. Тетрисная называется. Да, если, конечно, плиточка меня палит. Это услышат только те, кто будет близко, а те, кто далековато, уже не будут слышать это на картах, иду. Это затишье. Давайте посмотрим с высоты. Блин, слепит довольно сильно. Оп. Это что, райдер? Это бот. Вроде простой. Мне не нравится это ослепление. Я думал, что так. Хоть я и спалился, типа. Но поверьте, одиночный выстрел. Не всегда понятно. Откуда и куда. Слышал юмпик, да? Где-то с той стороны. Здесь могут тоже крысить, надо аккуратно разведать. Закрыли, то есть отсюда и шли. Граната. В рассыпную. А что за пятно вообще? Ну вроде ничего, как меня бы убил, боже. Кто-то буянит. Это так дал. На всякий случай. Здесь не торопимся. Чел справа, я уже понял, примерно где, но может он не один. Так, красивый вот вид. Это, конечно, облом. Так ослепило, я думал, сейчас если он там, он меня убьет, потому что ничего не видно. Но довольно близко тут торчит. Можем отбежать, бросить гранату. И подпушить потом его. Давайте отбежим. Он сюда отошел. Вообще не туда начал стрелять я. Благо, я его, походу, слепанул, и он это... Не наказал меня. Был какой-то шорох, вроде как сверху. Здесь... Кто-то ползал. Не сильно хочется идти его латать, потому что если я там останусь, у меня будет плохая позиция. Ничего не вижу. У меня около половины. Нифига себе потратился. Слушай, может кто вылезет. Ладно. Вот это тоже все потушить бы. Вот это вряд ли тушится, а вот это... Нет прострела. Блин. Ну, лутать его надо под гранату, получается. Может, у него гранаты есть? Давайте под гранату будем лутать его.
Да, ёптель-моптель. Я, ну, хотел туда докинуть. Оп. Это бот, оказывается. Нет, не бот. Бежал как бот. У него шлем, маска шестая. У меня же патроны эти. Не топовые были. Может быть, чита, кстати.